О весенних паводках на территории Ставропольского края говорили сегодня в Министерстве природных ресурсов России. Речь шла о финансировании работ по очистке русел рек Каспийского водного бассейна и в особенности реки Кума. Наш регион представляли первый зампред Николай Великдань и министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Хлопинов. В разговоре приняли участие представители Каспийского водно-бассейного управления, которые сообщили, что работы по очистке бассейна Кумы завершатся к концу мая. А директор департамента госполитики в области водных ресурсов Минприроды России заверил, работы и по очистке русел, и по берегоукреплению, и по противопаводковым мероприятиям на Ставрополье полностью профинансированы до 2021 года. Вопрос ликвидации последствий прошлогоднего наводнения в Ставропольском крае находится на контроле в правительстве. Подготовлен соответствующий план мероприятий. Он беспрецедентный по своим масштабам именно для бассейна реки Кума. И, может быть, даже по аналогии с другими субъектами. Объем финансирования вы слышали, это порядка 3 миллиардов рублей из всех источников и местных, и субъектов федерации, и федерального центра. Реализация этого плана на контроле в правительстве и, естественно, контроле нашего министерства. Мероприятие не только запланировано, но и обеспечено финансированием. По крайней мере, в рамках бюджета 2018-2020 годов принятого федерального закона. Что касается перспективы по 2021 году, то это тоже в зоне внимания и в рамках проектирования бюджета последующих лет. Работы все начаты, которые были запланированы. Сроки их выполнения находятся на постоянном контроле. Они все будут доведены до конца.